Хостинском районе сотрудники полка ДПС остановили автомобиль марки «Хонда». При общении с водителем полицейский обратил внимание на его излишнюю нервозность. Подозрительно себя вел и пассажир. Было принято решение о проведении осмотра транспортного средства, в ходе которого в багажном отделении обнаружены 12 решеток ливневой канализации. Жители сопредельной республики в возрасте 25-27 лет доставили в отдел полиции. Сумма ущерба более 136 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.